Да, я папа. Ждете? Ждем. Ваши ощущения как молодого отца? Ну, радость и безудержное веселье. Что пожелаете? Молодой сыну. Маме. Да. Маме здоровья и терпения. Все-таки это наш третий малыш. А сыну? А сыну? Вот они. Полная армия наша. Малышу здоровье, расти сильно, бегать, прыгать и скакать. Получать от жизни удовольствие. Жить полной жизнью. Что скажете? У вас сегодня торжественный день, да? Да. А я в саде хожу. Отлично. Там все детки спят. Кого встречаешь еще Новый раз? Новый год. Новый год. Да. Нет, сегодня ты кого сюда встречать пришел? Кого? Да я не знаю. Ну как, маму, я еще кого? А? Братик у тебя появился, да? Здорово. Ну, что пожелаешь маме? Что пожелаешь братику? Ну карточки у Юсы есть, да фокуса карточки. Ну хорошо. Вы скажите пару слов. У меня появился третий внук, и я очень рада. Идем встречать? Идем встречать. Потихонечку. А. Отлично, правильно, правильно. Сейчас поднимаюсь к вам. Да? Угу. Каковы ваши ощущения, как молодой мамы? Сейчас встречаете ребёночка? Третий раз. Так что? Всегда молодая? Ну да. Волнительно. Расскажите что-нибудь, какие истории были у нас? Истории были у нас очень. Что-то публичное. Для общества. Мы родились внезапно. Не тогда, когда мама планировала. Мы сделали все по-своему. Потому что у меня вот ребенок такой. Все делает по-своему. С самого рождения. Такой интересный малыш. Ну, дай бог хорошей жизни. И доброго воспитания. Да. Что самое главное? Не питание, а воспитание, да? Наверное, так говорят. Да, да. Есть. Нет, нет, не надо нас. Нет, нет, не надо нас. В ожидании, в ожидании. Так. В ожидании. Вы приготовили костюмчик. Правильно? Все про вас? Да. Лен, мальчик? Мальчик. Мальчик, все. Твоя лялька? Моя лялечка. Сейчас, секундочку. Сейчас. Вы вот так вот сделали, да? Шапочек, сюда. Ну вот я тебе говорю, держи, стягивайся. Хорошо. Ой, 47 сантиметров, ну да. Ну. Уже. Время. Уши открывает. А соски нет? Машина все равно ходит. Вот туда, выходите к родственникам.
А здесь родственники. В ожидании, в полном. Подожди. Все в готовности. И здесь все ждут, все ждут. Дома. Классно, да? Да. Радостно так. Свежий воздух. Вот так. Видите машину, наверное? А, надо снять. Сейчас мы... Алло, откуда? Где? Мы с ними пойдем, шарики? Подарил за сфотографируйте за малыша, да? За малыша, за Костю.